Друзья, Kia K3, 1.6 бензин. Смотрите. Машина вообще не битая, не крашеная. Элементов нет. Единственный минус, вот внизу чуть-чуть поцарапан, видите, порог. Это чуть-чуть зацепил. Ему можно сделать. Машина 21 год. Сразу говорю, бесключевой доступ здесь. Состояние кожи, рожа, все хорошо. Все супер. Все зазоры на месте, но машина мало пробежала. Вот она. Состояние кожи. Пожалуйста. Смотрим сзади. Kia K3. Салончик. Полностью электропакет. Так, 4 месяц, 21 год. 40 тысяч пробег. Машина в идеальном состоянии. То есть она протянута кожей. Мягкий вся. Клевенькая. Так, что у нас складывается? Складывается. Все хорошо. Регистратор что спереди, что сзади есть. Так, у нас что здесь? Два комплекта ключей, пожалуйста. Обогрев есть. Стелевое ожидание 4, как у всех. Тоже с той стороны. Старт-стоп. Климат-контроль. Вон, пожалуйста. Авто. Все как надо работает. Камера задний вид. Оригинал. Вот он. Хорошо показывает. И руль тоже чистенький. Братану. 21 год. Машина. Состояние хорошее. Пробежала практически вот 40 тысяч пробег на ней. Че 40 тысяч? Комплектация тоже хорошая. Год 21. Чисто 21. Цена до Владивостока с растаможкой 1 800 000. Вот именно это 21 год. Я стараюсь всегда подбирать что-то такое, чтобы и вам было удобно. То есть то, что вам надо для такси, для, ну, не знаю. 21 год это очень хорошая цена. И именно К3 21 год мало найти. Бардура здесь именно 21 год. Чилта гаштеги машин. Барой такси мигринку. И нам хейр. Яко 800 ба. Владивосток. Растаможка шкти. Тастумбу мибьет. Варианты бехтарин. Лайка мезанин. Жиранча сой мишен. Суратош. Телеграм ба мибрут. Тамошо кунит. Ватсап плюс 7 929 502 29 41. Звоните, пишите. Только по машинам. Саламат душе, братану. Джиранча. Что к нам, братану? Газоват к нам и? Газоват к нам, ашами? Мекка, что-то халос, да?